детской церемонии все по-взрослому. Награждают юных кировских дарований всегда особо торжественно. Благотворительный фонд «Содружество» не первый год поощряет стипендиями одаренных детей. Вятка всегда славилась именно вот уважением к тем людям, которые стараются делать все хорошо. Юля Мастюгина 10 лет, круглая отличница. Она участница городских и областных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов. Фонд «Содружество» по сути полностью соответствует своему названию. Духовенство, светская власть, представители деловых кругов Кирова собрались здесь ради благой цели. В этом году их поддержал и глава региона. Никита Белых учредил спецпремию и вручил Дмитрию Пономареву, ученику 11 класса физмат-лицея. Хотел бы сказать слова благодарности родителям Дмитрию за то, что они воспитали такого сына, которым, я надеюсь, будет гордиться не только город, не только регион, но и страна. Молодой человек уже сейчас местная знаменитость. Удостоился звания лицеист года, круглый отличник, призер олимпиад по физике и математике, капитан школьной команды по игре «Что, где, когда». Но это обычное увлечение, признался Дмитрий. Он так живет не ради премий. Я об этом узнал в августе, но, честно, не ожидал этого даже. Фото на память тоже добрая традиция. Учредители стипендии уверены, что в следующем году на фотографии появятся новые и не менее одаренные лица. Эдуард Пенюгжанин, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давича.